Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Погорельцам с Чебрикова помогут с мебелью. А почему подрядчик не укладывается в сроки, выяснил глава города. В Сочи приняты новые правила землепользования и застройки. За них проголосовали депутаты городского собрания. На курорте ожидается наплыв фальшивых купюр. Как отличить подделку, полицейские рассказали в магазинах и на улицах. В Сочи стартовало открытое первенство города по фехтованию. На дорожке вышли почти 300 спортсменов. Российские семьи за рождение первенца будут получать пособие. Об этом заявил Владимир Путин. Президент предложил ввести ежемесячную выплату за рождение первого ребенка. Получать материальную помощь смогут малоимущие родители уже со следующего года. Она составит 10 523 рубля. Сумма постоянно будет исчисляться, исходя из прожиточного минимума ребенка. Поэтому в 2020-м размер выплат достигнет уже 11 143 рублей. Решение главы государства прокомментировал Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора края, это в частности поможет улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе. Меры, предложенные сегодня президентом, помогут увеличить рождаемость и дать молодым семьям дополнительную и так необходимую им поддержку. Выплачиваться пособие будет, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Помимо этого, продлят программу материнского капитала и субсидируют ставку по ипотечному кредиту. Дополнительные меры поддержки предусмотрены и на региональном уровне. Напомню, с 2011 года на Кубани получают выплаты семьи, в которых родился третий или последующий ребенок. В 2018 году размер этого краевого мат-капитала планируется увеличить более чем до 119 тысяч рублей. В Краснодаре открылась крупнейшая в России сельскохозяйственная выставка «Юг-Агро». Она уже стала международной и в этом году привлекла 700 компаний из 32 стран. В павильонах все, что нужно для больших агрохолдингов и маленьких ферм. А еще на выставке представлены последние разработки ученых. Масштабы экспозиции впечатлили даже полномочного посла Нидерландов в России, которая посетила кубанскую столицу. О высоких технологиях в сельском хозяйстве узнали наши краснодарские коллеги. Владелец комбайна, аграрий, даже сидя дома в комфортных условиях на диване, может выйти в телефон, зайти в телефон и посмотреть всю информацию о комбайне. Сколько он работает, сколько в ожидании перегруза простоял, какие на нем настройки. И сделать выводы о том, правильно он работает или неправильно. Работа в поле перестает быть изнуряющей и переходит на высокотехнологичный уровень. С помощью пары кликов в мобильном телефоне можно узнать не только, где находится комбайн, но и, например, какой у него расход топлива. Во время уборки урожая теперь не нужно объезжать тысячи гектаров для контроля за машинами. Экономия времени и повышение производительности – современный тренд сельскохозяйственной техники. Вот аппарат, который за сутки засевает 500 гектаров земли при минимальных потерях. Последние новинки аграрной науки представили сегодня на международной выставке «Юг-Агро». Это в первую очередь площадка для делового общения. Мы сегодня готовы максимально поддерживать любые зарубежные компании, которые желают инвестировать в Краснодарский край, размещать здесь свои производства, особенно вкладывать инвестиции в перерабатывающую промышленность и, конечно, давать возможность приобретения мировых технологий, мировой техники и перерабатывающих линий нашим сельхозтоваропроизводителям. И я вам желаю, чтобы на самом деле вы нашли друг друга, нашли партнеров и на самом деле уверенно смотрели в завтрашний день. Экспозиции «Юг-Агро» настолько велики и объемные, что их, как Эрмитаж, невозможно обойти за один день. За годы своего существования выставка внесла немалый вклад в развитие агропромышленного комплекса «Кубань». Наши аграрии заключают здесь контракты на приобретение оборудования, позволяющего продвинуть вперед их предприятия, нарастить объемы производства, повысить его эффективность. Почти 3/4 договоров на поставку техники заключаются на «Юг-Агро». За последние 2 года на Кубани произошло самое масштабное техническое переоснащение парка сельскохозяйственных машин. На это было потрачено больше 20 миллиардов рублей, в том числе и в виде субсидий предприятиям. Такой подход поразил даже полномочного посла Нидерландов в России, при том, что Голландия – одна из самых продвинутых аграрных стран Европы. И сейчас зарубежные компании стали активно сотрудничать с Краснодарским краем. Ну, последние годы активные, говорят, санкции помогли очень. Это уже не я говорю, это бизнес. Это вы уже, это организация. Мы не договариваемся, это голландский бизнес.
Иностранные компании давно облюбовали Кубань, рассказывает Регине Джонс босс Вениамин Кондратьев. Некоторые даже открыли здесь собственное производство. Например, компания «Класс» на 70% локализовала в Краснодаре выпуск сельхозтехники. Здесь собраны все передовые технологии и мировая техника, мирового уровня. Вот она должна быть сегодня доступная для нашего сельхозпроизводителя. Да. Самое главное, чтобы они могли не только это увидеть, но могли это и купить. Высокие технологии не просто модное направление в сельском хозяйстве, но и экономически выгодный шаг. Современные машины позволяют не только собирать больше урожая, но и уменьшают издержки на ремонт техники, что, соответственно, снижает себестоимость конечного продукта. Правда, есть и обратная сторона медали. Две вещи здесь. Свойственная радость за то, что мы имеем такую технику. А с другой стороны, понимаете, мы же сегодня забираем рабочие места у селян. Вот здесь нам нужно думать, как его компенсировать, этот дефицит рабочих мест. Параллельно с развитием вот этого вот технического парка сельхозмашин. Да. А потому как что вы это делаете? Какие работы? Только один путь – это переработка. Да. И тогда мы обеспечим компенсацию сегодня вот, за счет того, что современная техника заходит, рабочие руки, конечно, высвобождаются, но мы их задействуем на переработке всего того, что вырастили и качественно собрали. Но вот что будем выращивать – тоже важный вопрос. На Кубани все еще высока зависимость в зарубежных семенах и саженцах. В этом случае не приходится говорить о полной гарантии продовольственной безопасности. К примеру, 99% семян свеклы для посадки – импортные. В Краснодарском крае намерены развивать собственную селекцию и поддерживать местных производителей. Как себя чувствуете сегодня, в принципе, в рамках сегодняшнего дня, конкуренции, ваше видение? В принципе, мы рады конкуренции, нормальной, здоровой конкуренции на рынке. Единственное, что нас немножко, нам не очень нравится, то, что на нашем, к сожалению, на нашем российском рынке много пиратских, так сказать, копий наших гибридов, сортов, это нам не очень нравится. Коллеги, мы даже все вместе с этим бороться, все вместе. Мы стараемся всеми. Мы вас готовы всячески поддержать, но на самом деле создать такие условия, при которых бы то, о чем вы говорите, явно уже искоренить, оно ушло с рынка. Иначе, на самом деле, без здоровой конкуренции мы не сможем достичь тех результатов, которые перед собой ставим. Мы только за здоровую конкуренцию. Поле нас рассудит. Фермер выберет тот материал, который ему по душе. Золотые слова. Спасибо вам. Для фермеров и всех желающих международная сельскохозяйственная выставка «ЮКАГРА» в Краснодаре будет работать до 1 декабря. Можно не только посмотреть на современные комбайны и тракторы, но и узнать что-то новое на лекциях и мастер-классах. Деловая программа рассчитана почти на 70 часов. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Сочи готов принять детское Евровидение в 2019 году. Об этом сегодня заявил губернатор Вениамин Кондратьев. ВГТРК и Академия популярной музыки Игоря Крутого намерены подать заявку на проведение музыкального конкурса в России. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, цитирую, «Безусловно, Сочи готов принять детское Евровидение в 2019 году, если такое решение будет принято. Сочи уже по праву можно назвать событийной столицей нашей страны. Это универсальная площадка, где проведено множество международных мероприятий – культурных, спортивных, деловых. Здесь создана вся необходимая инфраструктура. Мы умеем обеспечивать безопасность на мировом уровне, работать с огромным количеством иностранных гостей, выстраивать удобную транспортную логистику. В городе создан серьезный гостиничный фонд. Край гарантирует всем гостям комфортное размещение, передвижение и максимальную безопасность». Конец цитаты. Детское Евровидение проводится с 2003 года, но еще ни разу конкурс не проходил в России. В этом году победительницей детского Евровидения стала 14-летняя представительница России Полина Богусевич. В пострадавшем от пожара доме на улице Чебрикова продолжается ремонт. Из косметического он в итоге превратился в капитальный. Решено не только покрасить потолки и стены, но и полностью заменить коммуникации, а еще крышу и фасад. Почему подрядчик не укладывается в отведенные для ремонта сроки, расскажет Ольга Десятова. Там, где раньше были следы копоти от пожара, теперь свежая краска и штукатурка. Работы начинаются рано утром и заканчиваются поздним вечером, говорят жители. Но даже при таком плотном графике в отведенные мэром 2 недели уложиться не удалось. Из-за влажности шпаклевка не успевает сохнуть, утверждают строители. Но здесь торопиться нельзя, нарушится технология. Говорят, это объективная причина, по которой пока ремонт затягивается. Его качество в пострадавшем от пожара доме сегодня оценил глава города Анатолий.
Анатолий Пахомов. Те две недели, которые я давал на восстановление, их не хватило. Это и очевидно, потому что планировали восстановить только после пожара. Но когда, как всегда, зашли в ремонт, начали понимать, что ремонтировать надо не только ту часть, которая горела, а надо ремонтировать весь дом. Дом действительно ремонтируют капитально. Даже устанавливают новые двери, окна и почтовые ящики. Как и было обещано, восстанавливают не только 5 пострадавших в пожаре квартир, но и помещения общего пользования. Мэр даже пообещал помочь с мебелью. А главное, во всем доме решено заменить проводку. Ведь старые коммуникации – одна из самых распространенных причин пожара. По всему дому меняют проводку. Но чтобы ее поменять и больше никогда к этому не возвращаться, а в таких домах старых ее надо менять. Конечно. Надо, чтобы были открыты квартиры. Значит, есть люди, которые начинают рассказывать о том, что мне не надо менять. Ну, есть. Жить. Как ко мне обращаются? Ольга Шведова – домком этого общежития. В пожаре она пострадала больше всех. В огне погибла ее пожилая мать. Не смогла выбраться. Я очень надеюсь на это, что люди, каждый человек, проживающий здесь, житель, будет сознательно относиться и бережно относиться к данному ремонту, потому что он был дорогой ценой заплачен. Человеческая жизнь, поэтому я очень надеюсь на сознательность на жителей, на каждого. В ремонт пострадавшего дома на Чебрикова уже вложили более 10 миллионов рублей. В общежитии поменяли крышу, сейчас приступили к внешней отделке, утепляют фасад. У рабочих есть еще пару недель, чтобы закончить ремонт. Кстати, принимать его будет лично глава Сочи Анатолий Пахомов, основываясь на мнении каждого из погорельцев. Сейчас в фонде временного размещения в пансионате «Нева» находится 21 житель общежития. Это 7 семей. Остальные проживают либо у родственников, либо вернулись в свои квартиры. Ольга Десятова, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи изменились правила землепользования и застройки. За это сегодня проголосовали депутаты городского собрания. Сочи будет развиваться по-другому. Хаотичные высотные здания, которые часто портили внешний вид курорта, останутся в прошлом. Согласно правилам землепользования и застройки, депутатами были приведены в соответствие с генпланом некоторые земельные участки, на которых отныне не разрешено возводить высотки. Изменения вносились с учетом материалов для новой редакции генплана курорта. Теперь строить в Сочи будут с учетом интересов города. Будет подготавливаться планы детальной планировки территорий, крупных территорий, где будут и жилые дома. На этих же территориях будет предусматриваться в обязательном порядке школы, детские сады, магазины, то есть вся структура, которая, вот если такой участок есть, где можно все эти объекты разместить, зеленые зоны, спортивные площадки, паркинги, которые, вот тогда только можно рассматривать вопрос. Двигаться в сторону мегаполиса, по словам Виктора Филонова, недопустимо. Сочи должен развиваться исключительно как курорт. В городе утверждены новые правила благоустройства, за исполнением которых назначен муниципальный контроль. Порядок вот проведения этого контроля, чтобы не было жалоб, и самое главное, чтобы они имели реальный конечный результат. Если кто-то нарушил, то должен он все же заплатить либо предупреждение, а потом заплатить штраф. Этот штраф должен поступить в бюджет города Сочи. Проголосовали сегодня депутаты за внесение изменений в устав города согласно изменившемуся федеральному законодательству. И в завершении финансового года перераспределили бюджетные деньги в рамках поступивших средств из края. Елена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ. Ознакомиться с новыми правилами землепользования и застройки в скором времени можно будет на сайте городского собрания Сочи. И к другим новостям. Горнолыжные курорты Сочи в зимний сезон примут 360 тысяч туристов. Об этом сообщает администрация края. В Сочи работают 3 горно-климатических курорта международного уровня с номерным фондом 6 тысяч номеров. Это позволяет одновременно размещать более 15 тысяч человек. На курорте к приему гостей в зимний период готово более 2000 проклассифицированных средств размещения. Из них 144 находятся в горном кластере. Планируется, что загрузка отелей и гостиниц составит 90-100%. В Сочи в зимний сезон будут функционировать почти 60 канатных дорог. Общая протяженность горнолыжных трасс составит 150 километров. Курорты подготовили для туристов праздничные мероприятия в период новогодних и рождественских каникул, а также культурно-познавательные экскурсии. Также гости могут пройтись по зимним экотропам на снегоступах, принять участие в ски-турах и посетить различные развлекательные площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Напомню, 25 ноября на горнолыжных трассах в Сочи начались тестовые катания и открылись канатные дороги. В интернете появилось видео ДТП, в котором погиб пешеход. Напомню, авария произошла во вторник, 28 ноября, на курортном проспекте. Автомобиль сбил пешехода в районе остановки санаторий «Заря».
По словам очевидцев, пешеход, несмотря на имеющийся рядом подземный переход, решил перейти дорогу по трассе в неположенном месте. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, а по информации в соцсетях, он погиб. Канун новогодних праздников – самое горячее время для преступников, сбывающих фальшивые деньги. Поэтому полицейские решили провести в Сочи акцию «Внимание! Фальшивка». Ее основная цель – профилактика распространения поддельных купюр. Доброе утро, Диана, с полиции Центрального района вас беспокоит. Извините, что экрана вас попросили открыться. Вот, мы хотим вам просто оставить вот такую брошюрку. На листовках простые правила, как отличить фальшивку от оригинала и что делать, если в руки попала купюра, подлинность которой вызывает сомнения. Такие листовки полицейские в эти дни в рамках акции «Внимание! Фальшивка» раздают по всему городу. Заходят в каждый магазин, в каждый ларек. Поддельные денежные знаки попадают в кошельки граждан по причине их собственной невнимательности. Фальшивку можно встретить не только на рынках, в торговых точках мелкого сбыта, но и в крупных гипермаркетах и торговых центрах. Поэтому мы предупреждаем всех жителей и гостей нашего города быть максимально внимательными, особенно в праздники. Как говорят стражи порядка, предновогодние дни – самое горячее время для фальшивомонетчиков. Особенно часто преступники подделывают тысячные и пятитысячные купюры. Подделки бывают настолько качественными, что даже аппараты проверки денег иногда ошибаются. Один из советов экспертов – внимательно смотреть на серию и номер бумажного знака. Лично я еще не встречала ни одной фальшивой купюры с хорошо надпечатанным серийным номером. Он всегда осыпается. Легонечко потерли, осыпался, все. Это уже подделка. В этом году по подозрению в изготовлении и использовании фальшивых денег полицейские задержали сочинца. Злоумышленник действовал на территории города несколько недель. В основном сбывал деньги в мелких торговых точках и на городских рынках. Там, где сложнее всего проверить подлинность купюр. Сочинец был задержан с поличным. В отделении признался, что фальшивки дал ему знакомый, которого через некоторое время тоже задержали. При обыске в его квартире были обнаружены 74 поддельные купюры достоинством в 1,5 тысяч рублей на общую сумму 150 тысяч. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ. На днях исполнилось 2 года с момента создания экологического совета при главе города Сочи. Накануне на очередном заседании Анатолий Пахомов дал высокую оценку работе ученой общественности. По его словам, за относительно короткое время удалось собрать команду единомышленников, которые борются не только с экологическими проблемами, но и работают на долгосрочную перспективу. Один из важнейших вопросов, который сочинцам предстоит решать вместе с экологами, связан с раздельным сбором мусора. Во всем цивилизованном мире раздельный сбор ТБО уже давно стал нормой. Мы пока только проводим эксперименты. Но затягивать процесс нельзя, поскольку от него напрямую зависит экологическое благополучие курорта. Изобретать велосипед не нужно. Необходимо только поменять ментальность и привыкнуть к мысли, что использованные пластик, металл и стекло имеют право на вторую жизнь. Тем более, что в этом заинтересованы некоторые сочинские предприниматели. К примеру, сбор алюминиевых банок уже давно стал прибыльным бизнесом. Более того, при переходе на раздельный сбор автоматически исчезнут и большинство стихийных свалок, уверены члены совета. При этом население даже сможет сэкономить, ведь за сортировку отходов платить будет уже не нужно. Если, допустим, населению сказать, вот раздельный сбор, и платите вы меньше. Благодаря таким новшествам и город станет чище, и компании по вывозу мусора получат дополнительную прибыль. Со своей стороны Анатолий Пахомов дал поручение составить соответствующую программу и даже при необходимости создать в структуре администрации отдельную штатную единицу, которая будет отвечать за раздельный сбор мусора. Главное – не терять время. Как вам помочь? Если вам нужны, ну и по большому счету мы можем муниципальную программу, даже и под муниципальную программу им там оказать помощь, да. Ее тоже надо, но ее могут написать даже муниципальную программу те, кто этим занимается. Экологи пообещали составить подробный план действий и незамедлительно приступить к реализации программы. Мгновенного результата, впрочем, никто не ждет. Однако сортировка мусора в каждом доме, так как это принято во многих странах, и на нашем курорте рано или поздно должна стать естественным явлением. Говоря об итогах работы совета за 2 года, Анатолий Пахомов особо акцентировал внимание на создании в Сочи новых парков и скверов. Только за последние несколько месяцев их появилось целых 3. На Макаренко, Фабрициуса и в районе Зимнего театра. Совсем скоро свой
Свой зеленый прогулочный променад будет и у жителей Бытхи. Создавать новое, сохраняя старое – одна из основных задач экосовета. В качестве примера можно привести уникальную операцию по продлению жизни знаменитого тюльпанового дерева в Головинке, которому без малого 250 лет. Еще один приоритет, который требует особого внимания. В марте 2012 года городским собранием Сочи принято решение о передаче части земель Сочинского национального парка городу, а в 2013 его границы были изменены постановлением правительства. В результате курорту отошла значительная часть земель с зелеными насаждениями. Ну а как их сохранить и приумножить, сочинские экологи прекрасно знают. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи стартовало открытое первенство города по фехтованию. Сочинский турнир уже четвертый по счету, и на этот раз к товарищам по оружию присоединились ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Абхазии, Северной Осетии, Москвы, Ростова. На дорожке для фехтования вышли порядка 300 спортсменов. В Сочи одна секция по фехтованию, работает она в 9-й спортивной школе. Сегодня там приемом владения холодным оружием обучается 175 юных сочинцев. Часть тренируется на базе 20-й общеобразовательной школы, а часть здесь, на базе Югспорта, где и проводится открытый турнир. Идея же открытия отделения фехтования принадлежит директору детско-юношеской спортшколы номер 9. Спасибо Саркису Аршкаковичу Багасяну, спасибо педагогическому коллективу, тем талантливым тренерам, которых он нашел и которые стали работать в нашей системе образования. И вот у нас впервые появился этот вид спорта. У нас 9 спортивных школ в системе образования, да. И 30 с лишним видов спорта культивируется в этих спортивных школах. Поэтому мы не уступаем департаменту спорта. Рапира, сабля, шпага. Воспитанники сочинской спортшколы номер 9 владеют всеми видами фехтовального оружия. Причем на хорошем соревновательном уровне, отмечают тренеры, среди которых и мастера спорта СССР по фехтованию. Школа еще молодая, так что дети мало занимаются, но все равно уже потихоньку выходят на какой-то небольшой уровень. И уже на первенстве Краснодарского края уже у нас есть и чемпионы, и победители. Так что год, два, три, и мы уже будем, я думаю, блистать. Выйдете на Россию? Ну, у нас других путей нет. Настроены на высокие результаты и сами сочинцы. Вид спорта отличный для меня, потому что я многое перепробовал в своей жизни и понимаю, что фехтование – это лучшее, что было в моей жизни. Шахматы, наверное, это первое, что зацепило меня. Я понял, что тут надо также стратегически мыслить. Благо, это еще грациозный вид спорта. Победа на открытом первенстве Сочи принесет в копилку спортсменов очередные медали. А еще состязание соперниками – это бесценный опыт, набираться которого в следующий раз фехтовальщики со всей России приедут в Сочи в мае на турнир, посвященный Дню Победы. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи разыграют Кубок надежд. На курорте сегодня стартовали ежегодные соревнования по спортивной гимнастике. Краевой Кубок надежд в Сочи разыгрывают уже в 20-й раз. На соревнования 2017 года приехали гимнастки из Армавира, Новороссийска и Славянска на Кубани. Всего 50 атлеток. Цифра далеко не рекордная. Дело в том, что сильнейшие спортсменки из-за накладок во всероссийском календаре уехали на турнир «Олимпийские надежды» в Брянске. В том числе наша восходящая звезда Елена Чурсина. Но, тем не менее, соревнования состоялись, ведь бороться есть за что. Это соревнование у нас традиционное, как подведение итогов за год. Значит, здесь комплектуется и сборная команда своего города, и сборная команда Краснодарского края. Дальше выполнение спортивных нормативов. Это не очень маловажная вещь. Соревнования проводятся среди девушек 2004 года и младше. Как всегда, в числе лидеров гимнастки из Армавира. Ну и наши в последние годы начинают показывать достойные результаты, в том числе благодаря хорошей базе. Станет ли кто-то из сочинских спортсменок обладателем главного трофея турнира «Кубка надежд», станет известно в ближайшие дни. Новогодние подарки из конфет российских фабрик сочинцы вот уже 19 лет приобретают в проверенном времени магазине на улице Северной, 10. В преддверии главного праздника в году здесь стартовали акции и скидки. Содержание новогодних презентов покупатель определяет сам.
В этом здании на Северной 10 конфеты российских фабрик сочинцы приобретают не только к праздничному столу, а при первом же желании полакомиться свежими сладостями. Ну а к Новому году здесь собирают целые наборы. В магазине более 200 видов конфет. Некоторые представлены эксклюзивно. К примеру, сладости казахского производства не найти на прилавках других магазинов города. Также новогодние презенты предлагают наполнить сладостями от Красного Октября, Рот Фронта, Богатыря, Славянки, Бабаевского. Шоколад, грильяж, карамель, мармелад, пастилу в этом магазине соберут в праздничную упаковку, в том числе изготовленную вручную дизайнерами. Помимо мешочков из ткани, здесь огромный выбор жестяных туб, пластиковых баночек, складных домиков и сундуков. В ассортименте и упаковка в виде мягкой игрушки, символа 2018 года – собаки. Цена укомплектованных наборов стартует от 50 рублей. Каждый 20-й подарок бесплатный, а при покупке более 200 сладких наборов бесплатным будет каждый 15-й презент. При оплате подарков из конфет до 10 декабря скидка 5%. К слову, здесь же можно заказать доставку любимого подарка всех сладкоежек на дом и доставит его сам Дед Мороз. Магазин новогодних подарков из конфет российских фабрик работает без перерыва и выходных на улице Северная, 10, третий этаж. Телефон 264 70 62 или 8 918 300 ровно 9240. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.